сделать А, провод. ну, кыш отсюда на своих маунтах, Не, либо лучше, да, лучше давай провод. в линию становись. Это всякие танки будут вары рулить. СПД плащ. Это слечак они? Да. Да, непобедимые. А как у ДКшника же вроде тоже слечак падает или нет? Понял, переколдовал. Перекладывал, похоже. Персонажа переименовал. Если угадай, какой там ник. Стой, не бегите вперед. Только Юра бежит. Сейчас забагается, нахуй. Сейчас... Бам. Хорош. Хорош, Мэтфол. Впервые тут? Мне кажется, что... танка никто не лезет, нахуй. На пула нет такого? Вставай, вставай, беги. Не сорвите. Так, Призм, знаешь, что не надо на своем классе маунт ехать? Можешь на долгоного сесть. Типа ты юзаешь зельку не на своем классе маунте. Же ты знаешь? Багнеинс, я понял. А, ну теперь да. На долгоного сядешь просто и поедешь. Он работает 100%. Тут выпиваешь зельку и сразу садишься на долгоного и бежишь. Все, побежал. Коты в мизе пошли. Сразу там шкаф. И, например, Войтс у Монтия первую пати, а Мэтт Фокс вторую. Дадут еще потом зашим у такой, как у Юли, конь вам. А, вот такого? Угу. Такая, называется багровый конь. Не, я хочу Сильван. Плакальщиц хочу. Ща он, смотри. Ща поставлю. А, ну это я знаю, да. Это что такое? Из светоносного накидочка. Какой-нибудь садника есть у кого-нибудь без головы? Не, не выбил. Мне вот на самого никчемного твинка нашел выпал. Сколько вот такая накидка светоносного стоит? Типа над руля, блядь. Да, она персональная. Нет, при надевании. Да, кстати, при надевании. Можно убить. Надо смотреть. А, 50к показывает. Надо. Когда она обновлялась? Мне купить? Тоже 50. Зачем? А тебе не дали такую? Мне? Ну. Мне ничего не дали. Мне только палку дали, и все. ВХ а, там только палку дает. Дают? Да. И вот это грустно. А шем, там, блядь, игрушек, ёбнешься. Еще накидки, да. Маунты. Самое классное, там, медальон Джайны. Да, да. Присутите, кого смануть надо. Просто можешь портал в Даларан ставить. Я понял, а меня посмотрели. Кого сумонить? Тебя? Так, тут набираем ренджу. Все, а тут вроде все. Погоди, погоди, релок. Ладно, так уж и быть, масло выпью. Ренж 10 наберите, между собой. Ладно, намажусь. Зачельца надо намазать. На пула нет, слишком сильно не улетайте. Подождите. Ой, чё не зыбки тоже нет. Это там молоко далековато. Да. А я достаю. Нормально. Ну да, я чуть ближе подошел. Я до ультрашама и Мэтфокса не достаю. Еще. Я до Калфира не достаю. А так достаешь? Ты выстрахуй. Вот так да, все нормально. Там Леру скажете, когда надо. А ТТМ это защита от природы, ставь.
Натурдизист. Сейчас, а, сбегаемся. Вот твари. Кас проходим и разбегаемся. Все, разбежались также. Только криты нормальные пошли, не взял бурю на меня кинул. Вот, защита от силы природы. Есть. Уже. Поставил? Да, да, поставил. А, сбегаемся. Берегитесь. А, разбежались. Также ренжа 10 метров. А чё, мы без Гера его будем? Ой, Геру надо было спул дать. Ну, уже всё. Ну, где? Давай сейчас. Ну, да. Ты тут впервые? Ну, на шмале, да, типа. А ты не помнишь, типа, не помнишь, что здесь Геру надо спул давать? На первом, втором бой, третьем. И на третьем, да, не надо. Да два раза это было всего. Я понял. По надруле и на престе. А, сбегаемся. Дай сейчас массакру. Но. Берегитесь. Сбежались. Он тут был просто. Второй раз подкидывают. Ну лайки. Ой, надо было сбежаться. Думаю, мы добьем. Убегитесь, сову. Ладно, все. Сейчас шмот лутаю. Активируйте сундук. Ой, ну если кастерский будет, это будет, конечно, имба. Хрень, выпала. Боты, да. Кольчужные. Я понял. О, это мои, походу. Умираем. Так, из кого там? Так, кстати, как Лем еще через Энха играется. Типа такой гибрид. Сдохните, а? Ну там берут, типа, да, просто одну одноручку, я так понял. Ультрашама транквил, вы сдохните, а? Сейчас я сдохну. Да. Можно. Все, встаем, да? Встаешь, бежишь. Ну да, я видел, как гибридные там, типа, блядь, шаман, нахуй. Не пробовал, если честно. Сколько КД зелька? Вперед, стражники. Так, я сейчас сдохну. Лесните меня. Вот здесь. Я скрипт активировал. Не сработал. Ресните. Ожидаете.
Ебать, там спулили нахуй. Умри. Да. А, ну ладно, я полез. Да, можно через угол, коты, бегите. Все бегите в угол вот сюда. Вот сюда в угол вставайте, все. Опять дохнуть. Вот сюда вставайте в угол, все. Сейчас у нас два челика далеко очень. Ладно, пускай там будут. Короче, кому-то нужно будет согреть медведей и сдохнуть в этом углу, вот здесь вот угол. Рядом, который ближайший. Че, провести? Нет, это кто-то из друидов должен сверху сдохнуть. Фокс, согри вот этих вот троллей, вот этого тролля, чтобы он тебя убил в углу, вот здесь в углу прям. По старинке, не, блядь? Нет. Че ты мне трейд кидаешь? Дай боты. Дай боты. Так, сейчас. За мной бегите. Его ты будешь резать через Мэтт Фокса нас. Масресом. Не просто хилиться стоит. О, бьют. Не вставайте только. Я только шмот себе поломал. Рисуй. Угу, отлично. Ай, погоди, озеро. Шкаф. Это фича. Шкаф. Это баг. Хукмастер в танка. Это не баг. Сейчас с умом тебе придет. Где ты там ходишь? А, сначала череп, потом крест. На полу нет. Сейчас, погодите, мне еще слезу зарядить. Ой, серьгу, блядь, в конах слезу. Че, сил природы так и ставит тотем или нет? Нет. Кушайте, бафайтесь и готовность на бафы, на пул, трэш этого. Ой, ну без чего-то, просто пылей трэш. Там все готовы. Только разверни их. Точечно играйте. Далее по черепу кости дашь там. Мастер, сможешь потом стан дать по черепу? Да, он Глеб есть. А, ну или Глеб. Ладно, давай Глеб даже стан. Понятно, Редрики просто чилит. Я уже сдал, блядь, задрал. Давай стан. Так, сядьте быстренько, рыбу поешьте. Ману ресните. Не пульте пока. Юля тогда на тролле, вар на медведь. Ману, резайте. Ты ауру смени хоть.
Где Роспула? Хотя нет, после 5 секунд дай, потому что пускай огромный берет танк. К стенке желательно прижмитесь, чтобы вы не отлетали далеко. На куче по вам еще может хилм доставать. Квилла, тут надо захиливать челика, на котором будет метка такая кровавая. Ну, один из танков. Это будет оверхилить. Ля, а Лок-то у нас еще и демон, вообще все идеально. Да, так он поманился. Это Лок. Лок всегда по мане садится. У него там жизнь отвод же. Ну да. Вчера у вас веселая целка была. Мысли у нас. Да. Кто ходил? Меликов, да. Часть ДК пересадить на элимов, а часть, блять, на этих, на шипы. А за шипы еще ручки нужны. А где же ваши ручки? Так, подождите, я шмот заберу. Дайгер выпадет. Троллейбой. Троллейбой вроде только хокмастер. Хокмастер ГЦ. А, сдохнем. Сдохнем все. Так же. Давай мне троллейбой, я распалю нахуй. Ну, можешь хокмастер попросить на распыл. Или мне спич на распыл. Нормально, 45 тысяч стычки.
Это медведи. Так, вот это кому-то надо. Рис. Кого? Тапки нужны кому-то? Может, ретрик кому-то нужны? Мне такие есть. Да побей меня, алё. Вы там сегодня сдохнете, а? Ты их уводит кто? Я тебе сразу левую руку отдам. Давай. Мастер, хорош их водить. Я сегодня видел. Просто их водит в натуре. Гибрид Лема с этой рукой, которая выпала. Надо посмотреть, как это делается вообще. Он типа бьет и мели, и бьет шоками еще, к тому же. Там, наверное, все макросы на старт-атак у него шоками. Пересаживайся на шамана, блядь, на Элемана. Как раз кастер. Как раз дамажить будешь до хуя. Четырнадцать и девять косарей, да. Пойдет или нормально или нет? Ну, приодеться и придручишься. Будешь там за 20 выдавать. Ой, ты умеешь обходить? К медведю. Да умею, я там же обходил уже. Главное, по стенке иди. Ну нельзя. Тебя кошки правда не спалили. Потом... Правда, потом его из-за меня спалили. Так, иди в кошки в низе. По другой стенке. Чего? А, сейчас. Тебе, короче, надо через воду вот сюда вот идти. Охуенный, блядь, пусть стоит. Мэтфокс тоже иди туда, тогда тоже. Так, лок, лок. Вот отсюда вот пьешь зельку инвиза и бежишь прямо к закрытой двери. А где там паровоз был? К закрытой двери бежишь. Это... У меня, кстати, вот есть паровоз. Я не так давно купил. Обходите это здание, вон вход там боковой есть. На карте можете посмотреть. Вам нужно туда прийти. А там. Типа вот сюда, вот. Ладно, иди по стенке, потому что там кошки в мызе. Тот же вопрос, где подсолнух? А вот это у вас база данных удалил. Взломал Сирус, блядь, чтобы подсолнух удалить. Сейчас. Давайте резче на 4 сундука успеем. Слава. Слава. Как думаешь, что лучше взять? На ретрика? Четвертый кусок сначала или на прото? Не, просто если на прото, то можно робота, я думал, в два танка ебенить. Или в одного. А на ретрика легче будет каратрес падать. Только надо найти, кто затанчит это все говно. Ничего, что там к ротации-то 5 надо привыкнуть.
Там ротация, блядь, это не то, что здесь только в 4, Т4, блядь, подкату жмешь, нахуй. Плюс я не знаю, он себе макро сделал, блядь, на этого, на печать инквизитора. Одно дело, когда два куска, а четыре там уже совсем другое. Нахрена. Ну чё, какие это темы? Стандартные свои. Юли на боссе, на кошке хокмастер. Первый гер дается на... Ну, на гер первой кошке. На первой кошке. Кошка на каждые 25%. Всё. Хлеба. Можешь полить. Что такое? Третью ору забери. Давай. А, мы дохли? Стой, подожди. Это поедим. А рыба стоит. Кушайте. Лянь на это, блядь. О! Что, Юлюшка, блядь? Польте так, чтоб мобы вас из-за колонны... Блядь. Чего вы там делаете, ёпт? Тоже нихуя. Все кошку, Геру. Пошла, Гера, пошла. Что, на дракондоре я в танках? Посмотрим, да, наверное. На вторую кошку дашь масс ШВ, на третью масса Кру. Все, кошку. Тотем? А, ну, кости сам. Мы на этой неделе ходили в ТТГ? Десятку, да. Десятку ходили. Не, нет, вроде. 25-ку не ходили еще. Кошку. Thank you.
Все, ГЦ. Хуета. Угу. Блять, ноги охуенные. Хуета. Угу. Танка. Танковское кольцо, над кому? А ты себя забрал? Надо было ДКшником идти. Пухните. Так, и ломаю. Да. Рот, ты себе на танка Глеба забрал? Да, так у меня есть такой уже давно. Что-то не слабые. Натуре. Пахнет. У вас просто. Танкил, ты можешь на входе покурить. Нет, я знаю, я пока поем. Угу, приятного. Спасибо. Так, чем? Так, это вот так. Транквил, ты восьмую пати закинул. А, ну вот так. Что вчера, что сегодня? Не, ну если кому-то что-то нужно, почему? Заменяют друг друга. У нас два приста хила. Транквилин, ой, ломаунту нужны тапки отсюда. А мне надо этот... Какой хавать? Мы сейчас еще медведя сделаем. А, то есть я не отхожу, да? Нет, ты отходишь. А, я ломал. Ну мне нужен этот дурачок. Повелитель проклятий вроде. Mm-hmm. А, нет. Юля, ты на трэш. Призван, тебе надо запрыгать грамотно. Запаркурить. А, стоп. Что? Кошки, бегите в инвиде. Войт, можешь спекнуться в... Кто там сагрил? Юля, Войт сагрил. Я понял. Войт может спрятаться в медведе, чтобы быстрее прийти в кошки в мизе. Это Фокс тоже в кошке. Что происходит? Шел. А, почему ладно. Тут так много мобов? Ну, в обход. Посох не дропнется, ладно. Еще уже кто-то сагрил. Посоха нет. Ага. Троллейбой упал на место посоха. Да, я понял. Мэтт Фокс, ты знаешь, как идти? Я туда еще не ходил. А где медведь? Куда мы к медведю шли? Видишь? Да, блядь. Ебаный. Ко второму боссу. О. Ко второму боссу бежать? Туда беги. Да. У нас мага нет, он надо друидом бежать. О, Лилу, я залез. Охуй. Ну, кто-то упал. Мастер Агаро, ты спекнулся? Он, видишь, где Войт? Вот Фокс. Да. Чё тебе? Кольчугу. Может, она хапалу нужна? А, ну спасибо. Ему вот. Хапалу? Мне ничего не надо тут. Латы. Адвоката? Нет, эти латы нужны кому-то? Распыл рольте? Понятно. Блять, способность. Когда что-то нужное, тогда один. Меч вот этот. Тоже на распыл? Да, походу на распыл. Омут Фокс, ГЦ, ГЦ. Топ ролл, ебать. Будешь сегодня все пылить. Так если штаны вот эти пылить. Тебя на... Хорошо, ну, это тебе нужны. Ты их наденешь. Тогда... Один. Я, наверное, если я плечи потом где-нибудь возьму... Так это подкрутка сирисовская. Так, а где лок? Лок. Призен, ты там нужен тут. Как на мне бой кинулся? На меня. А куда Войт пошел? Там дед умер. Ты
Короче, не будет уже четвертого, наверное. Да нас локов пока еще к тому же. Ну пускай дед бежит. Ой, бля. Ну Фокс тоже пускай. Вот Фокс, что ты там делаешь? А, придется. Вот Фокс, видишь? Нет. Видишь, как зачистим. Вот Фокс? Вниз беги, обходи к четвертому боссу. Вон, по дорожке, мимо медведей. И так, по дорожке идете, идете до Джанала. Да. А что ты сдох тогда? Участь всех друидов и рок. Это кольцо нужно кому-то? Пидор с факел. Понятно. Распыл? Да. На распыл вроде все. А мне на мейн. Да-да-да, ага, не пизди тут. Где там Костя? Да, он в уголочке тут стоит. У вас слишком много уникальных предметов. Пыли свое кольцо. Сейчас, подожди, я Дживса нахуй поставлю. Пыли свое. Да он его сейчас банк. Ага. Сейчас. А потом Дживс, Ваня, блядь, мне отдай вот это кольцо. Сука, Дживс КД, блядь. Блядь, не судьба. Что-то не хуй брать кольцо. Пыли, давай мне кристалл, нахуй. Ну-ка, попробуй с Дживсом. Почините заранее. А где он? Да, он, блядь. Зай. Где это еще? Ё-май. Кольцо надо найти в этой сумке, блядской. А, ну на мне, ёбаный. Хорош. А ну кидай. Ванька. Ну он уже мне кинул. У вас слишком много таких предметов. Бля, и через банк починили, твари. Пыли, Костя, пыли. Что, через забор перелезть не можете? Стали там. Пыли, давай мне кристалл. Ты волшебник? А, ты пришел? Пыли, давай мне кристалл. Ждем Лока. Давай распылю что-то. А, да, давай, давай. Ты, кстати, все выиграл на распыл. Все, не судьба, Костя. Держи колечко, держи меч, держи вот это. Вот это. Пыли на глазах, Костя. Ты убили, что ли? Мы ждем призана, призан. Там кольца, там где мой кристалл, нахуй. О, все, бежит. А, нет, это призан. А, нет, он двигается. Призан, ты умеешь прокурить? Оп. Не, я единолично сел, там рыбу жрет. Сейчас затыкает ее еще, чтобы... Все, оставьте шкаф, смотрите людей. Понятно. Тыкай давай. Мне еще рыбу надо поесть. Мне бы тоже поесть. Да. Кушай. Мне бы не рыбу поесть, а просто поесть. Сейчас бы пельмешек, блядь. Так, кого там еще сманить? Блядь. Оп, пока. Я тебе сейчас сделаю пока, нахуй. До встречи, блядь. Что, суманите, суманите меня. Меня, шамана, суманите. Стоят там и покашут все, блядь, рыбы едят. Пиздец. Спасибо. Рыба, рыба, рыба.
Съебались с рыбы. Что тут делать? Кто спрашивает? Сова. Мэтбокс? Ну не Войдж. Он спит еще. Не вставайте в угольные бомбы. Отдавай третью ауру. Ой, нас то пула нет, надо будет прям Юлия сильно же сказать. Если третью ауру отдавай. Забирай огонь, блять, нахуй, заебал. Ты забирай. Я в танке, алло. Что? То, что ты играешь в танки, это не значит, что ты не человек. На всякий. Ой, мне лучше заклинателя. Ну, давайте бить босса трэш. Сразу? Я думаю, мне кажется, мы вайпимся. Я думаю, мы не вайпнемся. Блять, мы что, без чеш, что ли же? Он на спидах просто каких-то. Никнул. Тут мы тоже встаем вокруг босса, чтобы вместе никто не стоял, чтобы не задыхало вместе людей. Потом в лучики заходим, когда они появляются. Нужно на огненной фазе не заходить в бомбочки и к стеночкам огненным заходить. На боссе кто? Костя, я понял. Чё, Геру? Не, ну чё? Нет, нет, Геру на дракончиках вторых дадим. Ташка, ну чё? Угу. Займитесь яйцами, говорит. Так, бьем, получается, вот этого только смотрителя бьем, черепок. Только его. А, Костя, ты на боссе? Другого да. Не бьем. Сейчас будут бомбы. Сейчас вы все увидите. Можете бегать за черепом. Кто тут впервые? Что? А, может, приезжал. Вот видите, вот сюда бегите, 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 бегите. Они взорвались, все живы. И к огненным воротам на огненной фазе не подходить, сдохните сразу. Да, эти ворота работают как бомбочки. Это весь босс. Ну, еще будем бить дракончиков. Надо будет сильно дисплеить, я ломал дисплей. А, Вилания тоже. Я Костя помогу. Тоже. Он Костя. Помогай. Да, Костя может. Я тогда не буду. Понятно. Тоже давай, блядь. Я тогда не буду. Много дисплеев у нас сегодня. Это хорошо. Ну да. Сейчас огненная фаза. Смотрим, куда бомбочка падает. Кого сдать? Эмма. Тут бомбочка, вот тут стоим. Рановато. А, не, нормально. Успела. Рейнджу наберите, не стойте вместе, все, не обнимайтесь. Сейчас дракончики все выйдут. Юля наберет агро и будем бить дракончика. Не потеряйте только Юлю. Не, нормально, она... А, потихонечку влетаем дракончиков. У нас нет напула. Можно какой-то массейв сдавать на дракончику сейчас. Типа массакры какой-нибудь. Костя, тебя там сильно пробивают? Все сейчас играют только дракончиков. А, Костя? Да не, Костя нормально. Ну, тогда я на Юлю буду. Держать. Так, сейчас бомбочки смотрим. Вот тут нет бомбочек. Сначала доигрываем дракончики, потом босса. Там мобы идут? Диспелом, кстати, помощь все-таки нужна. Диспелом я помогаю. Так, это новый дракончик. Лоу хпшных дракончика точечно добейте. Других дракончиков пускай Юля агрит, не уешьте. Там агра нету.
Я сдам гимн на ману. Так, Юлю надо прям диспелить, Юлю потеряли. Костя, собирай. Блять. Выйдем босса. Ну да, попробуем тогда заливать. Не, ну вообще так и делается. Небольшую пачку это залили, может. Потом еще. Ладно, как дракончики прям, да, сразу уходят, мы их сразу убиваем. Без напула раз. Я рыбу поставлю. Призм, дай СС по Юле. Всякие. Так, КД, окей. Ну как, от КДшица. Я что-то не понял, блядь. Ты про кого? Про Ваня? Стоит, ну ты что там стоишь, босса, танкуешь? Ну да, когда танкуешь босса, делать нечего. Да что за рассеивание нахуй там? Я еще не готов. Еще не готов. Буквально 10 секунд. А что тебе нужно? Чё, а, ты заряжаешь? Серьга, блядь, каждый раз. Да.